Я проработала 50 лет, а вот сейчас даже никуда не могу записаться по государственной программе на обследование. Всюду 50-67 евро стоит. Вот до ковида было лучше. Тогда все можно было купить и всюду записаться. Меня больше всего здравоохранение волнует на данный момент. Ой, лучше всех. Да, лучше всех. А что еще? Живем и живем. Супер! Супер! Ну, где-то уровень остался на том же уровне, что я мог прожить на 56 латиков, что сейчас на 464 там. Ну, про там сканал. Разумеется, нелегко. Сама думаю, что надо искать работенку, чтобы где-то подработать и подзаработать. Ну, а те, у кого совсем минималка, я вообще не понимаю, как они живут в эти времена. Инвалидам плохо. Вот у меня пенсия 174 евро. Проживи. Ходить не могу, работать не могу. Что еще могу сказать? Ничего хорошего. Пенсионер получает в Латвии настолько мало, что бомж в Германии получает в 3 раза больше. И что теперь делать? Мы еле-еле выживаем на эту пенсию. Ну, если было бы легко, то не приходилось бы работать. Но чтобы как-то достойный уровень жизни поддержать, все-таки, если получается, то надо еще поработать. Ну, смотря еще какая пенсия у кого. Если пенсия 800, то это одно дело. Если пенсия 300, ну, вы сами понимаете, все от этого зависит. Я думаю, что каждый пенсионер скажет, что это невозможно. Люди просто, выживают. Вот меня тоже все время удивляет. Выходишь на пенсию, да, инвалид второй группы. Вот. Пенсию получаешь по старости, а инвалидность пропадает. Значит, человек уже не больной. Ему ничего не надо платить. Во всех странах доплачивают за инвалидность, даже если человек уходит на это. У нас нет. Ну, значит, вот так вот. Так даже к доктору сходить, к доктору, невозможно. К семейному записываться за полмесяца надо. Умрешь ты, не умрешь за эти полмесяца, никого не интересует. Я 30 лет одна живу. Но Красный Крест помогает, хорошо помогает. Бывают отклонения, конечно. Ну, в общем, жить можно. Единственное, что общения мало. Ну, коммунальные услуги я оплачиваю, разумеется. Единственное, на жизнь, скажем так, надо бы побольше средств. Надо будет платить за газ, за электричество. Так много. Ну, пока еще справляюсь. Но очень дорогие, конечно. И электричество, и газ, и вообще коммунальные. Полпенсии, можно сказать, идет. Нормально. Ну как, нормально? Каждый месяц. Ну вот пока я сейчас еще на бирже получаю деньги, пока еще хватает, только-только. А как дальше буду через 2 месяца, не знаю. Сейчас очень, тяжело выживать. Запросто. Соцобеспечение. Да как? Пенсию получаю и отдаю, а остальное проживаем. Нормально, оплачиваю. У меня большие скидки. Через Вот теперь не будет, потому что у меня на 4 евро больше этого потолка, чтобы получить статус. Вот. Но, может быть, учтут, что я все-таки в возрасте 88 лет. Все покупаем только по акциям. Фрукты, овощи, если акция, то да. А просто так, то, конечно, нет. И от многого пришлось отказаться, это понятно. Ну, знаете, я себе ни в чем не отказываю. Мы ходим теперь в магазины, как на выставку, посмотреть. Но я только покупаю то, что по акциям. Нет, все, что я хочу, я покупаю. Я стараюсь в магазин не ходить. Потому что там цены бешеные. Ну, вот так вот что-то. Обычно творожок надо купить, а он дорогой тоже. Ну, бывает, что и надо купить.
То, что в моей душе угодно, то и потребляю. Ну, бакалеи, крупяные товары, пожалуйста, там мучные товары, все. Все подорожали. От многих отказываешься, берешь что-то по акции. Что покупаем? От сливочного масла отказались, от молока, от кефира, от творога. Практически все молочные продукты. Перестаем уже даже есть кашу, потому что крупы дорогие. Вот. Ну, как-то выкручиваемся, благо, что есть огород. Вот и все. Заготовки делаем и так вот живем. Есть подешевле, берем подешевле. В основном так. Но детей двое, внуков пятеро. Порой они помогают мне с брикетами, дровами, продуктами. Дочь привозит продукты, фрукты, чтобы маме было как-то лучше. А так, как есть, так есть. У меня есть дети, они бы с удовольствием помогли, но мне не надо. Я сейчас сама справляюсь. И не хочу быть зависимой. Нас двое пенсионеров, я и жена. Я еще работаю, так что все нормально. А если не работать, то было бы труднее, наверное. Ну, у меня хорошо сын есть, помогает. А так людям очень тяжело, когда один, допустим, пенсионер, так ему и не расплатиться. Да нет. На собственные силы полагаюсь. Нет. Жена тоже еле ходит с палкой. И я вот. Конечно, дети. А если бы не дети, мы бы уже ноги протянули и были бы на Лачупас, на кладбище. Помогают и Красный Крест. Вот приходят два раза в неделю сейчас. Ну, дочки все ушли, уехали за границу. Потому что младшая дочка сказала: папа, я никогда не вернусь в эту. Ну, потом идут слова плохие про Латвию. Говорит, никогда не вернусь в Латвию. Кстати, она неплохо живет там, в той стране, куда она уехала. А здесь была маленькая фирма. Так эти шмургули замучили всякими наездами. И пришлось продать оборудование, плюнуть и уехать самое за границу. И там живет она хорошо с мужем.